На территории Московской области и Дагестана пресечена деятельность банды фальшивомонетчиков. Они попались после очередной сделки. Преступное сообщество из 30 человек распространяли поддельные денежные купюры на территории 20 регионов страны. Участников группы нашли значительное количество купюр в номинале 1000 и 5000 рублей. Подробнее совместная операция ФСБ и МВД в сюжете Пасимат Ханаповой. Несколько секунд, и обладатели солидного состояния в самом несолидном виде оказываются на полу. На запястьях наручники, в глазах печаль. Им есть от чего пасть в уныние. Теперь каждому члену этой группировки может грозить до 8 лет лишения свободы. Да вот сюда вот, стену. Оперативники уверены, этот молодой человек – владелец престижной иномарки, и его 29 приятелей организовали подпольную типографию. Массово печатали поддельные денежные купюры номиналом в 1 и 5000 рублей. Аккуратненько кладем. Деньги очень похожи на настоящие, невооруженным глазом едва отличишь. Фальшивомонетчики распространяли их практически по всей России и в более 20 регионах страны. Установлено, что ресурсами преступное сообщество снабжали из-за рубежа. У задержанных также было изъято техническое оборудование. Это клише для печати денег, краски и даже средства для подделки элементов защиты банкнот. Лампочку смотрю, чтобы сушилось хорошо. Отметим, что еще в прошлом году силовиками была пресечена деятельность ряда подпольных лабораторий, которые, как выяснилось сейчас, принадлежали членам этой же преступной группы. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Москва, Махачкала.